По поручению губернатора создана рабочая группа, в которую вошли Главное управление МЧС России по Тверской области, заместители председателя правительства Тверской области, министры правительства Тверской области, руководство Тверской агломерации и глава города. Все сделает для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение. Для этого необходимы силы и средства, сосредоточены на место прорыва. Основная задача администрации, мы уже сделали большой сбор, пригласили районные администрации, задача которой, собственно говоря, состоит в том, чтобы отработать сейчас все необходимые мероприятия с управляющими компаниями, прежде всего по оповещению всех жителей, которые попали в ореол отключения, для того, чтобы, собственно говоря, сохраняли спокойствие и берегли тепло. Да, это очень важно, чтобы были закрыты подъездные двери, для того, чтобы сохранять тепло. Отработан план-график ликвидации аварии Тверской генерации, и мы планируем уже утром завершить все работы и подключить отопление в отключенные дома. Помимо этого у нас есть социальные объекты, детские сады и школы. По школам принято решение, что мы переведем завтра обучение во вторую смену, а по детским садам в основном идет перераспределение по другим дополнительным образовательным учреждениям.